В центральном офисе Сергея Посадского МФЦ на проспекте Красной Армии новая услуга. Теперь здесь можно оформить загранпаспорт нового образца на 10 лет. Это стало возможным благодаря установке специальной криптокабины для сбора биометрических данных. Заявителю достаточно прийти к нам в центр, оформить заявление, оплатить госпошлину и получить специальный штрих-код. Далее заявитель с этим штрих-кодом отправляется в криптокабину, и голосовой помощник уже дальше подсказывает, что ему делать. Система сфотографирует человека, снимет отпечатки пальцев и подскажет, какие страницы паспорта нужно отсканировать. На все уйдет не более 2 минут. Затем данные уходят в специальную систему на проверку. Готовый загранпаспорт можно получить в МФЦ. Необходимо будет вставить готовый заграничный паспорт тоже в специальное отделение в криптокабине, и уже все биометрические данные будут активированы. Срок предоставления услуги составляет 1 месяц, если человек прописан в Сергиево-Посадском округе, в ином случае 3 месяца. Екатерина Фурсова, Дмитрий Зайчиков, программа «События».